И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, он же голос доктора Эггмана Работника. И мы начинаем. Sonic Generations. Продолжаем проходить. В прошлый раз мы замучились, но открыли все локации за Вектора. Замучились, потому что я не мог найти в оставшиеся две. Пособирали тут кое-что, поизучали тут кое-что. Ну а теперь мы можем идти дальше. Кстати, сегодня, то есть вчера, потому что сегодня уже суббота, я записываю ее в ночью. И, возможно, придет у нас задержка. С публикацией, но надеюсь, что ее не будет, потому что надеюсь, что YouTube грамотно все обработает быстро, и вы сможете это все получить доступ. Смотрите, впереди у нас тут закрыто все, вот прямо тьма тьмущая, и впереди только у нас вот эта дырка. Давайте погнали, заду озвучу, так сказать. Ну, по традиции, вы понимаете. Я должен выключить вебку на этот момент. Погнали. Драгон! Он может атаковать и телом, и хвостом. Использую ускорение. Атакуй по центру. Стараюсь. Так. Ой, зараза какая. Черт, раздавил. Респект мне. Как зараза. Респект мне. Так. О! А, я уже думал, это дыра. Так, вот прям близко, когда мы тут заходим, раз сбоку. Зараза, бьет плохо. Реально хорошо бьет, респект. Да, неплохо, согласен, согласен. Хороший уровень, мне нравится. Есть, добрались. Вот так! Бью сам себе, мне это получил удовольствие. Вот это вот реально хороший уровень. Согласен, неплохо.
Так, неплохо. Теперь уничтожь его тело. Вперед. Так, зараза. А, он тормозит, ясно. Так, сейчас разберемся с телами. Хороший, мне реально нравится, ребят. И прибили неплохо. Да, придется сначала, но уровень реально хорош. Так, неплохо. Стараюсь. Да, отличный удар. Обожаю драгона, кстати. Один из таких. Так, неплохо. Зараза, давай. Есть. Будь без колец, но хоть. А, зараза. Черт, опять колец. О, да. Зараза. О, вот это уровень. Но мне нравится. Отлично, уничтожь его тело. Продолжаем в том же духе. Так, зараза, бьет неплохо. То есть, я попал. Так. Вот, отлично. А ну иди сюда, Игуля. Зараза, задел. Неплохо. Оу, у меня колечек нету. Я надеюсь, жив. О, спасибо. А, зараза. Так. Забавно биться с самим собой. Ой, я думал, попаду. Зараза, давай. Есть, взял пару колец. Ой, зараза, можно пару что-то?
Так. Хорошо, Соник сам бежит. Не нужно мучиться. Зараза! Успел. Ну давай, иди сюда, Ягуля. Дай поздороваюсь, сухой. В конце концов, моя версия. Давай, есть. Отлично. Давай, сепарируйся. Неплохо сражается, мне нравится. Вот тебе финальный босс. Заметьте, сколько сражаюсь я. Вот реально, походу, только весь эпизод будет такой. Так. Так, неплохо. Ее нужно догонять вот тоже там. Так. Так. Неплохо. Зараз, давай, есть. Давай, бей. Отлично. Мне бы видеть полоску здоровья этого прекрасного творения Эгг Империи. Согласен, неплохо. Согласен, неплохо. Зараза. Отлично, неплохо. Отличный удар. Так. Черт, бежал. Так. Вот так. Уничтожить его тело. Да, стараюсь уничтожать это тело как могу. Красивое, прекрасное, элегантное, смертоносное тело. Вот так вот. Зараза какая. Нас прибили сразу. Игра кончится. Попробовать снова? Конечно, попробуют снова. Ооо, да уж. Но оно того стоит. Я из этого эпизода шорсы пододелаю только в путь. Так. Шикарный эпизод, мне нравится. Мне нравится эта игра.
вечер все прям был очень везучий. Давай, давай, есть. Вот так вот. Да, мы, конечно, тут возимся, но мне нравится реально этот эпизод, ребят. Очень хороший. Зараза. Так, давайте тогда все-таки с вебкой. Я попробую тогда с вебкой сегодня. Так. Зараза. Фри, кстати, застынь означает. Прям хочется заморозить ежика. Эй! То есть мне нужно подходить очень близко к нему. Даже тогда он меня сейчас добьет. Хотя здесь он меня тут не добьет точно. Эй, ты что не хочешь прыгать нормально? Ладно, давай дави. Гули, я даю разрешение это. Спасибо. Вот так вот. Даже лучше без вебки. Не знаю, может быть это из-за вебки такое ощущение. Но без вебки как-то лучше играю. Не концентрируюсь типа, на все остальное. Так. Ай, сразу не успел. Так. Очень хорошо идем вперед, вперед, вперед. Так. Так. Отличный удар. Шикарно, я бы сказал бы даже. Зараза, задел все-таки. Так. Сараса. Огонь. Так. Давай, иди сюда, Гуля. Вот так вот. Знаю, неплохо. Это наш. В конце концов, ты сражаешься с самим собой, Эггман. Ты не представляешь, каково это мне. Бить свое же творение. Это больно. Так, теперь уничтожь его тело, продолжаем в том же духе. Чем тебе не нравится мое тело, Чао? Красивое у меня тело. Стройное, великолепное, подтянутое. Ой, это что это за... Почти ведь добил. Так. Лучше, конечно, бы не затягивать бы с этим, но эпизод реально интересно выйдет. Так. Так.
Так, неплохо. Зараза. В другую сторону будет проход. Ща пошел. Зараза, попался. Так. Ой. Какой-то насечку нужно получить скорость, скажите, пожалуйста, мне. Да, вот так. Так, главное двигаться. Вот так вот. Оу-оу-оу, люки закрываются, это плохо. Так, неплохо. О, это там какая-то... Кстати, интересно, что это за место? Очень напоминает одну из моих подпространственных лабораторий. Не спрашивайте, почему напоминает, и откуда у меня они вообще есть. Просто знаете, и очень напоминает. Что-то вроде большого дуалового коллайдера, только в миниатюре. Давай. Шоу. Сколько ударов мне нужно сделать, мне любопытно. Ой, хорошо. Я даже попить сейчас не могу, у меня горло пересохло, у меня лютое жрище. Так, опять. Зараза, задел. Зараза, это было больно. Победа. Это, наверное, будет, может быть, самый короткий эпизод. Мне кажется, ему надо посвятить целый эпизод. Хорошая битва. Мне реально понравилось. Очень хорошая битва. Мне кажется, это одна из лучших битв. Реально. Ой, Соник! Я не могу в это поверить! Я должен был победить тебя в этот раз! Ай, извини, я такого не припомню. У тебя всегда побеждал. Нет, серьезно. Мы побеждаем его каждый раз. Это вроде как наша работа. Что Эдмон вообще делает здесь? Я думал, вы сказали, его похитила та большая странная штука, из которой мы все в этом месте. Видите, его похитили. Как-то странно все это. Здрасте. Теперь вам открыт доступ в следующую зону. Yeah.
и получили изумруд хаоса. Да, пусть короткий, наверное, эпизод будет, но пусть будет таким. Реально, очень интересный оказался эпизод. Честно говоря, я думал, чуть дольше буду возиться, но... Битва реально стоящая, вы согласитесь, ребят. Да, может быть, тут, наверное, сколько у нас всего получается записывается? 26 минут. Давайте хотя бы поглянем, что это за место такое. Пусковые механизмы в нерабочем состоянии. Если вы вставите в них все 7 найденных изумрудов хаоса, тогда все заработает. Так тихо. Реально очень тихо. Вот это мне больше нравится. Как-то неуютно, что ли, можно сказать там. Эпизод, конечно, короткий выходит. Как-то не хочется делать его коротким. А в остальном все прошли. А сколько у нас, кстати, там катсцен остается? Я технически хочу понять. Я понимаю, что будет, скорее всего, финальная катсцена, минус ее можно не считать. Поэтому нужно понимать, сколько у нас вообще всего катсцен остается. Кстати, давайте заодно и закупимся, если уж на то пошло. Может, сейчас хватает? Да, на все теперь хватает. Ну, давайте лучше я жизнь докуплю. Давайте лучше жизнь. Реально, чем больше жизни, тем мне спокойнее. Нет. Так. Да, многие скажут, нахрена, я хочу. Одиннадцать жизней. Чё нет? Коллекционирую бессмертие. Так, сколько там в катсцену? Не то. Вот нам сюда. Смотрите, еще три катсцены осталось. Одна вот. Это финальная будет. Одна предфинальный босс. То есть сам босс. То есть, скорее всего, еще будет какой-то момент. То есть, будет еще несколько зон. Ладно, давайте пока на этом сегодня закончим. Потому что, смотрите, ну, в принципе, где-то минут 28 плюс вступительные титры, ну, 30. Ну, технически адекватно. Ну, сам босс реально здоровский вышел. Мне реально очень понравился. Очень хороший. Вот согласись, Метал. Я буду сражаться с тобой столько, сколько потребуется. Да, знаем. Только нам это не надо. Мы с тобой уже сразились. Он не помнит, но мы это делали. Реально, вот с кем мы только не сражались. Очень хорошие зоны, очень хорошие боевые зоны. Привет, Шуди. Ха, хочешь еще, Соник? Видимо, ты никогда не усвоишь урок. Какой урок? Я тебе задницу наимел, буквально физически. Я решил так проведать и смотреть, как у них жизнь, дела. Но они не хотят. А, кстати, по поводу Соника спрашивали вчера на стриме по котику, по Little Kitty Big City. Когда будут у нас стримы возобновлены? У нас будут стримы по Sonic Water Generations вот этому. Как только мы закончим там с финалочкой. Так что не переживайте, ребят, без стримов не останемся. Будем проходить, веселиться. Это уже в более таком приятном контенте. Так что давайте на сегодня, наверное, закончим. Ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на канал, Discord, VK, DNR, Telegram, ссылочки в описании. Скажите, как вам этот босс? Мне очень понравился. Правда, я удивлен, что я так быстро с ним справился. И, скажу честно, я считал, что я сам... Хотя, в принципе, это же я. Я самим с собой сражался. Как ни крути, я же должен понимать свои слабости. Я неплохо адаптировался и победил. Это означает, что нужно избавиться от изъянов в следующий раз. Запомним. Так или иначе, всем доброго утра, дня, вечера и ночи. До скорой всем встречи, всем пока и... Удачи!